Всем привет! Шикарная новость. В Prime Tools появились наборы от мирового производителя. В конце ролика мы покажем полный ассортимент, который появится у нас скоро. Досматривайте видео до конца. Как и обещали, инструменты от знаменитого бренда фирмы GCB. Это производитель строительной техники. Бренд выпускается с 1945 года и производит технику по всему миру. Фирма GCB зарекомендовала себя как надежный производитель техники по всему миру. Каждый из нас видел этот бренд. Каждый из нас видел эту технику на улице. Бренд GCP расшифровывается очень просто. Это инициалы основателя компании Джозефа Сирила Бамфорда. С момента открытия 1945 года машиностроительная компания GCP открыла по всему миру 18 филиалов. Бренд GCP имеет 12 заводов в Европе, 4 в Азии и по одному в Бразилии и США. Сегодня мы рассмотрим самые интересные инструменты данного набора. Поехали! Сегодня у нас на обзоре набор инструментов популярный 216 предметов от бренда GCP, порт номер 388-41. Друзья, смотрим до конца и мы покажем весь ассортимент фирмы GCP. Кейс набора красивый и функциональный. Кейс набора очень прочный, имеет две металлические защелки, а размер кейса позволяет легко перевозить его в машине. Набор инструментов в данном кейсе порадует каждого автолюбителя. Поролоновая прослойка служит для надежной фиксации инструмента и не будет болтаться и греметь в вашем багажнике. Комплект имеет широкий ассортимент головок, бит, ключей, которые используются во всех современных автомашинах. Головки, ключи – все отличного качества. Инструменты данного набора выполнены из качественных материалов для долговечности и надежности. Как вы уже заметили, в наборе имеется 3 трещотки на 3 посадочных квадрата, 1/4, 3 восьмых и 1/2 дюйма. Все трещотки на 72 зуба, трещотки с разборным механизмом. В случае поломки, чтобы не покупать новую трещотку, можно заказать отдельный механизм и поменять. Трещотки очень стильные. Сама маркировка нашего бренда, есть серийный номер для заказа, если трещотка вдруг потеряется. Материал трещотки хром ванадий. Ручки масло-бензостойкий материал, очень прочный и удобный в руке. Головки на 1/4 дюйма от 4 мм до 14 мм. Головки на 1/2 от 10 до 32 мм. Материал инструмента – это хром ванадий. На каждом инструменте есть свой порядковый номер. Мы взяли 13-ю головку, трещотку на 3 восьмых дюйма и хотели посмотреть, как это все работает. Как мы видим, все справляется со своими задачами безупречно. Головки на 3 восьмых дюйма с 10 до 19. Также материал хром ванадий. Шарнирные карданчики на 3 посадочных квадрата. Такие вот для труднодоступных мест, очень удобные в использовании. Т-образный вороток на 1/4 дюйма, удлинители к нему. Удлинители 1/4, 3 восьмых, 1/2 дюйма. Маленький удлинитель на 1/4 дюйма, потом Т-образный вороток с переходником от 3 восьмых дюйма на 1/2 дюйма, он же удлинитель на 250 мм. Отвертка битодержатель магнитная в комплекте есть для средних бит. Отверточка магнитная, позволяет удерживать плотно биту. Отверточка под биты с головкой на 1/4 дюйма. Можно добавить трещотку и открутить любой крепеж. Очень удобная вещь в нашей комплектации – это Г-образные шестигранные ключи разных размеров. Комплект Е-головок от Е4 до Е24. Головки также имеют свой артикул в случае потери и материал хром ванадий.
Также набор средних бит, шестигранные биты, тораксы с отверстиями, сплайны, хексы. Две биты Т50 и Т60 с головкой на 1/2 дюйма. Набор комбинированных ключей от 8 до 22 мм. Ими удобно пользоваться в тех местах, куда нет возможности нам поставить трещотку и головку. Допустим, у нас есть небольшое пространство для откручивания болта или гайки, и нету возможности поставить весь этот набор инструментов, то мы используем наш накидной ключ. Свечные головки 3 штуки, 18, 21 и 16 мм. Головки все имеют резиновое колечко для плотной фиксации свечи, когда вы ее будете доставать или вставлять. Глубокие головки 1/4 дюйма от 4 до 10 мм. Глубокие головки 3/8 дюйма от 10 до 15 мм. 1/2 дюйма от 16 до 22 мм. Также серийный номер, обозначение, материал хром ванадий. Также имеется набор бит с головкой на 1/4 дюйма, шестигранные, тораксы, эмки разных размеров, обычные крестовые биты, шлицевые биты. Три головки под биты без головок для наших трещоток или удлинителей, которые можно использовать. Они идут с фиксацией, чтобы бита не выпадывала. Набор инструментов включает в себе все необходимые приспособления для ремонта автомобиля. Набор подойдет не только любителям, но и из-за высокого качества набора профессионалам для работы на СТО. Продуманная комплектация позволит забыть о покупке ручных инструментов не на один год вперед. Продукция компании JCB – это отличный инструмент от топ-производителя по доступной цене. Как и обещали, ролик с выставки в Дубае 2023 года. Приятного просмотра! Узнавайте у нас о новых акциях и поступлениях данного бренда. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и оставляйте комментарии. Всем спасибо, всем пока!